А на пересечении улиц Островского и Пушкина столкнулись Audi A5 и такси Volkswagen Polo. Предполагаемый виновник происшествия – водитель последний. Мужчина начал разворачиваться, не пропустив при этом встречный транспорт. Почему, он объяснил Айгуль Батрутдиновой. Ни водителя Audi, ни его друзей не расстроила ни авария, ни разбитые машины. Рассказали, что ехали прямо по улице Островского. На пересечении с улицей Пушкина прямо перед ними развернулся автомобиль такси. Избежать аварии уже не было шансов. Ну, я с 70 скинул до 30-35 километров в час. Нет, ну все, сколько, 4 человека в машине было, никто не пострадал. Подушки не выбило. Водитель Volkswagen Polo вину признал и объяснил, почему не пропустил встречный транспорт. Я не заметил, тут вот этот вот стоял молодой человек. Ну, нет, вот мужчина, вернее. Я хотел развернуться, он там стоял. И его я не заметил, он меня врезался. Удар пришелся в заднюю правую часть иномарки. Как итог, оба автомобиля были уже не на ходу. Айгуль Бадрутдинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112.